asking political questions on the street as a English person with an English accent is very, very difficult in Russia. But I thought it's really important for me to make this video today. I'm going to find out Russian people's reactions to, well, what happened to our friend Donald Trump. А можно я спрошу один вопрос? Да. Вы видели, что несколько дней назад хотели стрелять президента в Америке? А, я вообще ничего не смотрю, слава богу. Смотрите, я да? смотрю только турецкие сериалы. Ну, хорошо. Вот. Там все. Красивые мужчины, да. там любовь царит. Мне вот это все вообще. Ладно, не, хорошо. Нет. Все, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Хороший ответ. А как у вас реакция была, когда вы это видели? Я люблю шоу. А, да? А, да ладно. Я сейчас шучу, конечно. А. Ну это же шоу. А, ну да. Хорошо, молодец. Отличный ответ. Отлично. Вообще это ужасно, когда людей стреляют, ага. любых. Поэтому хорошо, что не попали. Что еще можно сказать? Ладно. Слава богу, все живы. А, видел там уже весь интернет. Ага, а типа какая реакция была, когда это видел? Шок или пофиг, или. Ну. Меня как бы таким не шокируешь mm-hmm. особо, да, то есть, во-первых, я не так уж сильно погружен в контекст, получается, uh-huh. вот там, американской политики, mm-hmm. чтобы я как-то от нее зависел там, uh-huh. да, то есть, меня там, это что-то где-то далеко, условно Понятно. Говоря, да, вот, но с другой стороны, вот тут даже то, что я видел, ну, mm-hmm. честно, не создало впечатления даже какого-то покушения, создало впечатление какого-то пиар-хода, знаешь, mm-hmm. какой-то постановки, что ага. они там что-то прикололись, разыграли и типа выдали это за то, что типа какое-то было покушение. Вот, Понятно. Ну, лично у меня. Интересно. Вот, я прям сильно не погружался, ага. да. Ну так вот, картинка такая, знаешь. Понятно. Вот. Хорошо, ну, ладно. Вот такое вот у меня. Спасибо. Мнение. Я сразу понял, что мы живем во время, которое, как в Римской империи, каждый год этой жизни будет заснят в скрижалях, представляешь? Ага. Через тысячу лет люди будут угу. читать и говорить. А мой дедушка ведь, прадедушка жил, когда в Трампа стреляли. Это великое событие, мы его не можем пока оценить. А что думаешь, они хотели, чтобы... No. Я думаю, просто это дурачок какой-то. Да. Без помощи никого, просто сам какой-то... Ты знаешь, людям всегда склонны ага. искать какую-то конспирологию, ага. какой-то... Как тебе сказать? Подтекст. Ну, люди угу. в черном ходят, какие-то люди угу. и все замышляют. Ага. А на самом деле мой жизненный опыт говорит о том, что все происходит. Понятно. В голове каждого человека отдельно. Захотел ты что-то сделать, а последствия, угу. они уже причинно-следственная связь. А угу. последствия кажутся всем уже продуманным каким-то этим эпизодом. Понятно. Нет, я думаю, что какой-то отдельный дурачок. Угу. Я просто удивился, насколько оказались слабые, бесхребетные да. охранники. У них практики нет, получается, в принципе, да? да? Чувак стоял, да. там ага, издалека да. стрелял. И все равно у нее... Здравствуйте. Здравствуйте. Как ты считаешь, покушение на Трампа – это действие человека-одиночки или какие-то за этим стояли темные силы? Ты хочешь, чтобы я сейчас высказалась в качестве... Ну, вкратце, краткость – сестра таланта. По-моему, это идиот какой-то. Да, все. Хорошо. Ладно. Вот наше мнение, Саня. Отлично, я спасибо. Я думаю, ты тоже об этом так же Спасибо думаешь. Огромное. Вообще новостям, ага. ровно к новостям, ну я не доверяю этим ага. новостям, это все пропаганда. Ага. Понятно. Ну а судя по видосу, ну на самом деле стреляли, ага. похоже на правду. Кого-то, по-моему, из прохожих там ага. завалили. Ладно. Думаю, не постанова. Хорошо. Все, отлично, спасибо. Так что так. Да нет. Нет. Не было мнения, потому что это не мой президент, ага. и мне все равно. Все равно, да? Да. Хорошо. Ладно. Ну, я еще говорю, я болел за Испанию. Извини, как бы я очень люблю испанскую команду. Они молодцы. Ну, Англия тоже они молодцы. Hard luck им. Would you expect this song to be playing in Russia? This is Zhenya. Yevgeny in Russia could be a man's name and Russian. Could be a woman's name. It's a Russian woman, But you know. But are you a Russian woman or a Russian yeah, man? Yeah, I stop the horse. I go to the fire. I drink the vodka. As usual, and drink the vodka, of course. Cold vodka. With beer, of course. Ну, думаю, что, не знаю, там у них же этот батл пол, то есть они же... Власть — это очень сильная вещь, которая может, ну... Как бы хочется приобрести ее и взять себе, поэтому там есть те, кто хотят
именно Байдена на президентство, ага. И они не хотят отпускать свою власть. Ну, а что вы думаете, что человек, сам он просто пошел это делать, и кто-то ему... Нет, заплатили. Да? Да? Это, ну, там, верхушка. Ладно, хорошо. Спасибо. Спасибо, огромное. Look at this. So we've got Brat behind us, and we've got the motorcycle here. Daniel next to the bike. How cool is that? Let's have a look at the bike. I know nothing about bikes at all. Someone can tell me what make it is, if it's a good one or not. Ну, явно там кто-то предполагает, что это провокация, ну, специально, да? Но так специально не бывает, потому что чуть 2 сантиметра, и ну, там да. Уже до свидания. Поэтому, ну, это уже третье покушение за полгода. Ага. Третий раз. А, третий раз даже, да? Я даже не знал. Ну, Илон Маск сказал так. Я тоже не видел. Но... Поэтому, ну, я думаю, что в очередной раз хотели его... Хотели у него убить этот раз, да? Конечно. А что вы думаете, какой-то сам просто человек больной решил это делать или кто-то ему, да? Конечно. Все это, ну, это мое мнение, я же не спецслужба, да? Понятно, понятно. То есть, я думаю, что его хотели убить и, ну, конкуренты, кто конкурент? Ну, понятно, понятно, да, Байден, да? Да. Ладно, хорошо. Все. Спасибо огромное, спасибо. Слушай, я в политику не сильна, не мой конек политика, ну... Я слышала версии, что это может быть как часть пиар-компании. I don't know. Так, а не думаю, что это может быть, типа, вот Байден хотел ему убивать или что-то, нет такое, нет? Ну, вряд ли. Ну, во-первых, Байден, он уже... Да. Ну, я имею в виду... В маразме. Вряд ли он что-то там решает. Значит, типа, Трамп сделал так, чтобы он был герой, да? Ну, политика — это такое темное дело. Там... Всего можно ожидать, поэтому никто никогда не узнает правду. Хорошо. Ладно. Спасибо. Пожалуйста. Ну, это соответствует его образу, его стилю, его харизме. Это вот его тема, и то, что его не убили, это как раз ему для него в самый раз. Несмотря на возраст, ему еще можно пожить. А что вы думаете, что это он создал, чтобы стать популярным, или кто-то хотел реально ему убивать, или вообще об этом не думал? Вероятность может есть такая, но она все равно уж больно черный пиар, слишком черный пиар. Ну, слишком, да, хорошо. Ладно, спасибо огромное, спасибо. Слушайте, мы узнали об этом, мы были в лесу 3 дня, и мы ничего, как бы, то есть мы вообще не понимали, что происходит в стране. К нам приехал там знакомый, у которого есть либо интернет, либо телевизор, он говорит, слушайте, а вы знаете, что в Трампа стреляли? Такие, да ладно, вот. И я тут потом залез в интернет, посмотрел. Мне нравится его суровый взгляд этот вот, что он ухом приехал. Почему-то мне, ну, мое мнение такое. Я не диванный аналитик, но в целом у меня такое ощущение, что как будто бы это было подстроено. Чтобы Трампа выставить супер каким-то героем, каким-то вот прям, ну, вот он прям наш человек, он выстрелил. Потому что, ну, там... При том, что, насколько я понял, что там чуть ли не двое или трое человек стреляло. Ну, я не знаю, что там за снайпер, который, ну, попал в ухо, но не попал в голову. Ну, очень сомнительно. Если бы там где-то рядом еще... И моя мысль такова, что это придать себе больше, ну, сказать, голосов. Герой, да? Да, ну, геройство, да. Что смотрите, ну, как я могу не проголосовать за такого человека, который стоял под пулями ради... нашей страны и дальше продолжает, ухо перемотал и пошел дальше. Ну вот почему-то мне кажется, что это вот история про это.